Доброго времени суток, кто зашел в гости. Нахожусь я в музее. Говорю тихо, людей мало. Нахожусь в музее, в некоторых комнатах есть люди, и кричать не могу. Сейчас вот вышла барышня одна, можно сказать. Нахожусь в музее Жан-Жак Энер, так его по-нашему называют. Он был живописец, художник. В основном рисовал либо портреты женщин, либо обнаженного тела, обнаженку. Но часто специализировался на портретах, он был портретист. Музей большой. Тут вот по лестнице надо подниматься. Также здесь встречаются другие художники. А это товарищ пастор. Ну, я думаю, что это врач. Оказывается, не я одна была пионеркой. Музей красивый, большой, главное, людей мало. Так, как тут народ кричит, я иду наверх, потом вернусь. Я была здесь много-много лет назад, лет 10.
давно хотела заснять этот музей. Надо было хорошо жить, чтобы иметь трехэтажный дом, даже 4 этажа. В своем арсенале все это проплачивать. Налоги, электричество, отопление. Почти все художники, чьи дома здесь выставлены, как музеи в Париже, имели большие апартаменты. Как минимум 2-3 этажа. Очень часто еще сад прилагается. Большие мастерские. Ну как я могу рисовать, если у меня 3 метра свободного времени? Свободного места. Где я хранить буду эти картины? Вот у меня есть краски, да, мольберт есть и холсты есть. А где это хранить? В 3 метрах. Тут не все открыто. Но все равно дом классный, большой, огромный. Красивый музей. Я бы тоже не прочь жить в таком доме, 3-4 этажа. Иметь мастерскую. Кто любит рисовать с натуры, тут есть на что посмотреть. Девочек много раздетых, и мальчики есть. Рабочее место. Эскизы, наброски, рисунки. В данный момент я нахожусь в ателье. Девочки тогда худенькими не были, как сейчас модно. Вот такая вот мастерская, вот такой дивный музей есть. 3-я линия метро. Спускаюсь туда, где много криков. Я надеюсь, там еще одна комната, и хочется заснять ее тоже. Там в зеркале колобок Наташи бегает. Я уже себя не снимаю, я уже округлилась со всех боков. Тут есть лифт, но я им не пользовалась. Я думаю, можно подняться на лифте наверх, а потом уже спуститься по лестнице.
Вот такой вот живописец жил когда-то в Париже. Заходите в гости, не забывайте. Подписывайтесь, не стесняйтесь. И до новых встреч на моем канале. Жил он в 18 веке, начало 19-го. Это его дом, Жан-Жак Энери.